уральские хоккеисты одержали победу над скандинавами на Кубке мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции. Наши спортсмены сегодня смогли обыграть хозяев соревнований – команду «Обуть Юреда». По регламенту Кубка мира матч длится всего час. Как показывает эта встреча, решающий фактор – скорость. Пока игра идет в среднем темпе, соперникам удается отражать атаки первоуральцев. Ключевыми становятся эпизоды, в которых оппоненты не поспевают за нашими хоккеистами. Первый гол трубники забивают до перерыва, а еще 4 мяча уже во втором тайме. Правда, шведская команда к тому времени сумела сократить разницу в счете. Итог – 5-1 в пользу первоуральцев. Первый матч, волнение было, видно было, но здесь на Кубке мира и матч скоротечный, цена ошибки велика. Постарались минимизировать брак и впереди поймать где-то соперника. Ну, получилось у нас.